Уважаемые гости, просьба отключить мобильные телефоны. Мы начинаем. Российское кино. Доброе, светлое, наполненное энтузиазмом и жизнелюбием. Замечательные 30-е годы. 40-е и роковые. Трудное, но чрезвычайно созидательное послевоенное время. Десятилетия унесли нас вперед, в будущее. Разве могли бы представить себе люди первой половины 21 века, что кинематограф будет таким? Сложные инновационные технологии, невообразимые трюки, эффекты завораживают непредсказуемостью. А душа тянется к прошлому, где все понятно, просто и как-то по-особенному тепло. Мелькают знакомые лица, звучат полюбившиеся мелодии, и пестрый колорит приятных эмоций овладевает тобой. Сегодня, наш уважаемый зритель, мы приглашаем тебя на гала-концерт участников программы «Музыкальный ринг». Пусть ушедшие в прошлые реалии возродятся. И мы вместе с героями фильмов переживем в очередной раз волнительные эпизоды былой жизни. На центральной площади состоится торжественное открытие нашей ярмарки. Все на центральную площадь.
широкой душой и добрым сердцем встречаем участников нашего музыкального ринга. Сегодня они помогут нам совершить путешествие по различным периодам российского кино. Приветствуем Андрея Балашова, победителя музыкального ринга 1998 года. Евгений Смирнов, участник музыкального ринга 1999 года. Вера Рускина, победитель музыкального ринга 2001 года. Встречаем бурными аплодисментами Викторию Полинскую, участницу музыкального ринга 2003 года. Победитель музыкального ринга 2006 года Евгений Петраков. Приветствуем Юлиану, победитель музыкального ринга 2007 года. Победительница музыкального ринга 2010 года Ольга Котлякова. Наши приглашенные гости Антон Денисов. Алексей Арабаджи. Приветствуем Бушуеву Василису. Очень рады видеть гостя Павла Богданова. Thank you.